Здорово, катагеймеры! Да, как вы догадались, это видео по Пигги, но это не 12 глава, это разрушенные воспоминания! Всем привет, Distorted Memory, давайте пройдем, все уже, наверное, прошли, мы будем последними, да. Но мы, может быть, что-то новенькое узнаем сейчас из этой главы, давай, поехали! Поехали, ну что тут у нас? Так, что там? О, что за кошмар, Пенни, ты проснулась? Ого! Так, Пенни. Кстати, кто не знает, Пенни — это свинка Пеппа, если вы вдруг не знали. Потому что у них нет авторских прав. Да, у них нет авторских прав, и, кстати, поэтому они назвали ее Пенни. Мы играем за Джорджа. Эй, куда Пенни делась? Да, мы за Джорджа, за этого маленького хрюнделя, Джорджика. Блин, вот такой маленький ребенок, такие ему сны снятся, офигеть. Вообще жесть. Так, Пигги проснулась. О, смотри, Мемори! Мемори за нами охотится. Слушайте, самое да, жесткое... Это то, что дом. Дом обновился, конечно, жестко. Да. В доме вообще творится какие-то ужасы. Спокойно. В доме творится жесть, и мы появляемся, получается, в доме до первой главы, да? До событий первой главы. То есть это случилось именно до. Смотрите здесь, что происходит. Когда родители пошли, ну и сама свинка Пенни пошла в больницу. Да, здесь, смотрите, голубые лазеры. Голубых лазеров еще не было, по-моему, или были? Нет. Я, по-моему, не видел ни разу голубых лазеров. Слушай, было. А там на стене, вот здесь что на стене? Ну-ка, что там написано? Теперь ты будешь проживать эту ночь каждый раз, когда ты ложишься спать. Нифига себе, то есть ты каждый раз, Джордж ложится спать, и он каждый раз проживает эту ночь снова и снова. И видел там на стене плакат Джорджа, перечеркнутый красным крестом? Да. Я и нашел, это интересно. Это уже использовали. Да, уже кто-то использовал ключ. Так, ну что тут еще в доме? Какие еще мы видим отсылки? Блин, мне реально офигеть, такому мальчику снятся такие сны, офигеть. Сны ужасные. Опять смотрите, вот там на стене. А, ты куда провалился? Я в подвал. Там на стене опять какой-то знак Джорджа, да, перечеркнутый. В подвале ржавая машина. Так, кто-то выключил лазеры. А здесь есть такая записка, где Джордж? Ну, точнее, написано на стене. Ну-ка, что там написано? Там написано, где Джордж? Оо, да, реально. Нормально его там пытали. Так, похоже, там был заперт, что ли, Джордж в этой, да. В этой клетке. Это что ли для Джорджа? Да. Обалдеть. Офигеть, смотри, все сделано из бедрока. Офигеть, все. Беги! В доме произошло что-то ужасное. Это что-то ужасное. И эти события, получается, нам рассказывают о том, что произошло, когда мы приехали в качестве офицера первый раз к Пигги домой. Ой! Она, смотри, она застряла! Так, все, мы вышли отсюда. Мы вышли, нам еще нужно много чего сделать, но это не важно, пока мы смотрим карту. Я упал случайно. Так, а здесь что? Опа, смотрите, они... Ну-ка, дай поближе. Они... Не могли прочитать ничего. Не успели прочитать, жесть. Ну давай, сейчас будем играть еще раз. Окей. Так, что за кошмар? Пенни, ты проснулась? Да, он каждый раз теперь проживать будет, да, этот кошмар? Да. Ему теперь до конца жизни придется просыпаться и видеть этот сон. Пенни! Да. Смотри, сколько Джорджев! Сколько тут Джорджи? Мы все Джорджи! Это реально какой-то... Мы все это когда-то проходили в первой главе, но там все было не так ужасно. А, так это до первой главы. Да, это было до первой главы. Смотри, сколько чернил. И здесь какие-то черные пятна появились. Пигги проснулась, будь осторожен. Чернила, да, какие-то ужасные черные чернила. О, смотри, стены из бедрока. Стены, все какое-то ужасное. Беги, она бежит прямо за тобой. Прямо за тобой. Закрывай дверь. Е-бой, падай туда. Ну или куда, куда угодно. Я иду сюда. Она кого-то схватила. Смотри, она упала там. Кстати, это, нету теперь двери на второй этаж. Да, и лестницы нету, лестница пропала. На третий этаж, точнее. Да-да-да. Мы здесь остановились. О-о-о, смотрите. С ними было все в порядке, когда они вернулись, но несколько часами позже, когда ты спал, что-то пришло за ними. Они больше не были прежними, они изменились. Так, вот о чем говорит Джордж. То есть, получается, когда они вернулись из больницы, когда они приняли тот самый поушен, то самое зелье, которое мистер Пи дал, они уже... Какой мне ключ взять? Ладно, возьму Orange Key. Они уже не были прежними, да? То есть получается, что все-таки из больницы они вернулись нормальными. Беги! О, молодец, кто-то тебя спас. Тебя спасли вообще. Это что было сейчас? Офигеть, смотри. Это какая-то камера. О, оранжевый ключ, открывай. Это как раз то, что у тебя есть. А, черт, не то. Офигеть, ты видела, она там...
На последней секунде его пристрелили. Буквально на последней секунде, да. И получается, они пришли с больницы, с ними все было в порядке, они легли спать, но потом с ними что-то случилось. Вы там читали? Беги, убегай! Я надеюсь, тебе сейчас что-нибудь поможет. Такая музыка спокойно от нее играет. Жесть, это ужасно. Нам нужны доски, да? Нам нужны доски. Бежим! Ты куда-то в тупик бежишь, по-моему. А, нет, все, убежал. Открывай двери. Она оттуда сейчас выйдет. Точно, она здесь. Зачем ты открыл двери? Ты сам сказал. Не слушай меня никогда. Она упала. Все, она упала. Так, давай ищем. Здесь должны быть доски или еще что-то подобное. Да. Здесь стопудово это должно быть. Так, здесь. О, здесь уже поставили. Так, смотри, там здесь нужно две игрушки Джорджа, две любимые игрушки Джорджа. О, динозавр и трансформер-робот какой-то. Лёва, когда я помню, смотрел Свинку Пеппу, у него была вот эта вот игрушка. Ага. В виде динозавра. Так, но вот давай, робота я там никогда не видел. Где ее найти? Я тоже ничего подобного не видел. Короче, суть в том, что Джордж, он получается... Получает по башке от мемори. Джордж получает по башке. Ай-я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 й. Гаечный ключ нас еще нужен. Нам нужен гаечный ключ. Нас еще нужен? Да, там кто-то открыл только что. Вот там наверху что. Опять она за тобой. Нельсон, беги отсюда. Так, ну что, это, по-моему, самая темная и самая страшная карта из всех, что были. Да. Здесь какие-то дыры в полу непонятные. Здесь какие-то... Слушай, а здесь... Блин, где гаечный... Где гаечный ключ? Где гаечный ключ? Вот он, взял гаечный ключ, беги. У меня молоток. Да молоток, наверное, уже не нужен. Он уже его использовал. Беги, где там гаечным ключом он сейчас откроет? Есть, все, открыл. Теперь нужен код. Нет, нам нужен теперь... Нет, код уже есть, нам нужен белый ключ. Знаешь, как белый ключ получить? Как? Нам нужно две игрушки Джорджа получить. Точно, две игрушки. А где они могут быть, эти игрушки? Так, это что у нас? Это ты опять провалился в самый гараж. Здесь нету игрушек никаких. Мне кажется, они на первом этаже сейчас находятся. Не знаю, мы первый раз играем, ни разу еще не проходили. Уже уже все, наверное, на 1000 раз прошли. Мы самый первый раз сейчас играем, даже не знаем, где что находится. Осторожно! Осторожно, берегитесь! А может быть, игрушки у него в комнате? Да не, их там стопудово нету! О, там кто-то прыгает, зовёт нас. Там, походу, что-то нашел. О, он взломал ключом. Да, вот, здесь игрушки. А что там написано? Смотри! Они оставили тебя, когда ушли, чтобы стать волонтерами. Они оставили тебя, когда стали волонтерами. Я что-то не совсем понял. Волонтеры, скорее всего, убийцы. Нет, не убийца. Короче, они пожертвовали собой ради тебя, что ли? Так получается. Все, прошли, что ли? Все уже открыли за нас. Хорошо играть с друзьями. Смотри. Пенни! Вот она ты! Пенни, ты здесь! Пенни, что-то не так? С тобой все в порядке, старшая сестра? Эй, подожди, вернись! Так, смотри, что с Джорджем. Мне не очень хорошо, я чувствую себя не очень. Нет, только не сейчас. Смотри, у него глаза красные. Смотри. То есть, что? Получается, что... Оп! И он просыпается. Блин, а я забыл, что это сон. Он просыпается в молле, да, в том самом, в торговом центре, где безопасное место. Да. Вон оно что. И он спит и каждый раз видит этот сон. Так это значит то, что Джордж был до того заражен, когда родители ушли. То есть, получается, Джордж заражен... самой первой главы. Мы, да. Блин, когда Джордж появился, мы даже об этом не знали, а получается, он заражен. И причем, что интересно, он превращается время от времени, и это не зависит ни от какого potion. Да. То есть ему не обязательно принимать. То есть мистер Пи не виноват в том, что Джордж такой. Так, а тот загадочный TSP, это можно расшифровать The Sister Pig, что ли, сестра-свинья. То есть получается, что Пенни, она же свинка Пеппа, во всем виновата? Да. Она и есть TSP? Да! Короче, мы все это узнаем в следующей главе. Так, сейчас нам нужно срочно поиграть за нового скина. Срочно, да, давай. Ну а перед тем, как продолжить этот ролик, я хочу поблагодарить топ-спонсоров этого месяца. Спасибо! Так, ну что тут у нас по скинам? Давайте у нас посмотрим. Появился Дейзи, вот такой вот. Так. И есть Паразит. Паразит, у которого из спины торчат какие-то паразиты-червяки. Ладно, бери тот, который тебе нравится. Поехали, давай. Я беру вот этот скин. Димон берет тигри, не паразита, а тигри. Странный выбор, но потому что... реально прикольно выглядит. Смотри, кинжалы такие у него. Ну, ради бога, нравится. Давай, берем.
Все. Отлично, теперь взяли. Теперь Эквип. Да, взяли тигри. Мы взяли тигри вместо паразита. Я бы, конечно, да, взял паразита. Но раз ему нравится больше тигри, это его дело. Все, поехали, да, давайте проверим уже его в деле. Поехали. Итак, сейчас мы будем играть за пиги. Отлично, давайте посмотрим, как Димон справится. Мы играем, как обычно, с Дискордом. О, вот, смотри. Слушай, вот какая он, музыка вот от меня играет. Офигеть, да? Класс. Успокаивающая музыка, которая успокаивает игроков и потом гипнотизирует их, и Димон их легко убивает. Да, вот смотри, кинжалы какие. Класс. О, Манзар, здорово! Короче, мы играем, да, здесь народ в Дискорде с нами играет. Если вы еще не подписаны на наш Дискорд, обязательно вот заходите к нам на сервак. У нас 5000 человек там уже, это круто. И Димон пытается всех убить. Здравствуйте, давай, догоняй. А, ты че, блин? Блин, тут очень большая дыра. О, Нельсон, здорово! Так, кто... Давай, догоняй. Есть кто-нибудь на втором этаже? А, что-то никого нету, вали их. Они сейчас еще и пройдут. Здрасте! Давай! Есть! Смотри, Нельсон... ты видел, как я его завалил? Да, круто. Нельсон пал первым. Да. Как раз тот, кто проходит все на раз-два. Давай, 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 вот это отлично, все. Мне кажется, на первом тоже сейчас все тусят. Кто там у нас еще остался? Такая загадочная реально музыка. Довольно много игроков. Ставь ловушки, у тебя 4 ловушки. Так, где-нибудь их ставь в таком месте, где они поймаются, да. Вот здрасте, о, здрасте, здрасте, здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я диспетчер. Давай, 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 давай. Кстати, там какие-то красные глаза. О, точно, там какие-то красные глаза. Мне кажется, это мистер Пи. О, поймал его. Да. Ты видел, куда я ему выстрелил? Отлично. Круто. Слушай, давай вот здесь вот поставим капкан. Да, здесь будет нелегко его пройти. Кстати, мы не показали на улице глаза красные, ты покажи, да, сейчас выйди на улицу. Блин, окей, сейчас не прыгать. Покажем. Так, на улице у нас какие-то глаза еще светятся снаружи. Да, мне кажется, это знаешь кто? Кто? У меня есть две теории. Во-первых, это может быть Банни. Так. Ну, которая следит за нами. Но мне кажется, что нет. Мне кажется, это все-таки мистер Пи. Да, мистер мне Пи тоже кажется, образом, что... Вот, видите, это роботом. Мистер Пи. Да, вот это, на мой взгляд, что это что-то связано как-то с мистером Пи. А TSP yeah, это все-таки The Sister Piggy, сестра Пиги. Короче, это свинка Пеппа сама по себе сама. О, здрасте! А, лови его! Здравствуйте! Лови его! А, такой вообще он от тебя ушел. Такой вообще! Такой хулиганье! Вот он, вот он, вот он, вот он, давай. Арцидикс, Арцидикс, Арцайдикс. Давай, давай, давай. Открывай дверь заранее, да, и ставь ловушки, не забывай. Вот здесь надо было прям перед дверью ставить ловушку. Опа. Перед выходом. Отлично. Реально, перед выходом. Сзади, сзади, Димон, сзади. А, нет, вот они. Давай, давай, давай. Нельсон! Нельсон! Что там за читы у нас начались? Нельсон читами пользуется. Смотри. Ой, я там вижу кого-то в окне. Там в окне кто-то красуется. Опа. Здрасте. Здорово, давай, давай. Здравствуйте, Гринч. Давай. Здравствуйте, мистер Рома. Я вас сейчас тут зарежу кинжалами, вы не против. Я вас на гриле пожарю. Да, не зря ловушечки поставили. Классно. Классно. Не, ну стопудово сейчас все на втором этаже тусят. Стопудово кто-то тусит здесь. Мне так кажется. Вот он, ты видел, я просто на рандом прыгнул. Просто с крыши его, ну. Тут же ключ открыли, как это не открылось? А, кода нету, точно. Кода нету, вот, им код осталось. Да, а я им буду мешать. Неужели им удастся сбежать? Не пропал. Я вас запалил. Он тебя уводит от ворот. Наоборот, беги туда, он тебя обмануть хочет. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он! Иди сюда, но! Есть! Это победа, это маленькая, но победа. Да-да-да. Короче, класс, ждем следующую главу, которая будет 13-я, которая получается несчастливое число 13. Ну да. Прикольно. Мне кажется, там будут похороны Бани. Все, смотрим следующую главу, ждем. На этом на сегодня все. А вы подписались на наш канал? Все, всем пока. Пока. You can't count on me. Cause some man don't know about loyalty. Me see them every day, how them a move me. I want get treated like royalty. So why me have to question for them activity?